Так, сегодня 27 января. Оттепель у нас. Купил мормыша. Конечно, он тут вспенился, но это, можно сказать, полное ведро. Какой-то, наверное, может живой, может нет. Надеюсь, большинство живого. Сейчас их буду в пруд запускать. Немножко подождал, чтобы они тут температуру с водичкой набрали. Ну, не знаю, в пруду все равно, наверное, прохладнее. Пруд вот. Сейчас пойду выберу лунку и запущу. По-моему, даже солнышко хочет проглянуть. Ветерок и сильный. Вот во что у меня. Такая полынья. Прям довольно-таки опасно. Вот пробурил пару лунок. Не знаю, видно, нет. Вон лилия, нимфея. Под водой. Лед сантиметров 30, да. Этих не дошло. Так, ну теперь надо как-то... Их не знаю даже. Каким образом их туда зарыблять. Попробуем вот так вот. Остатки выльем. По всему пруду не буду ходить. Я думаю, они тут как-нибудь расползутся сами. Ну и будем надеяться, что их не съедят. Сразу всех. Вот, есть мормыш. В принципе, хотя нет, он еще плавает. Некоторые. Это не пойму, то ли сдохшие, то ли полиняли они так. Какие-то шкурки. И он там плавает немного в лунках, так если присмотреться. Некоторые еще так приходят, видно, в себя. Нормально. И не удержался туда, все равно остатки с ведра выплеснул. Так, близко опасно подходить. Искупаться сейчас нефиг делать. Вот так. Некоторые, которые поживее, это ушли все на дно. Это вот с 4 килограмм то, что не ушло. В принципе, можно сказать, что довольно-таки... А, вон там еще эти панцири, шкурки, не знаю, вон там плавают. Нормально. Я считаю, что очень даже хорошо. Надеюсь, они тут найдут местечко, где прятаться будут. Чтобы их не пожрали. Как это интересно. Вода прозрачная.